Это тебе. Катайся. Мама, папа поехал. Он добрый. Феодор. Жак. А это правда, что ты француз? Француз? Федь, Федь, поосторожнее. Федь, с непривычки. Мама, а то вы думаете, что мы там не пьем? В тюрьме. На чем ехали? А, на автобусе. Хорошо. А что же, на свою машину денег не накопили? А то ведь мы такую красавицу за нищего не отдадим! Федечка, а мы можем и уйти? Молчу. Да? Танечка, молчу. Помоги мне, Настя. И все-таки я не понимаю, почему ты нам не написал? Сюрприз хотел вам сделать. Знаешь, есть такое слово французское. Сюрприз. Не знаешь? Ну ладно, ты мне лучше расскажи про свою жизнь. Ну а чего там рассказывать-то? Вот военизированную охрану думаю податься на мясокомбинат. Вохор! Вохор. А что? Два раза в месяц паёк дают из хвостов и костей? Да. Мы такой с матерью студень сделаем. А. Студень надо было делать из этого болтуна с пятном на башке. Такую страну развалил. Горби реформатор. А империя сама развалилась. Да. Чего это он? Феденька, закуски почти нет. И картошки не осталось. Может, сходишь в сарайку, принесешь? Ой-ё! Феденька ж самый отдохнувший. В сарай. Я пойду, пойду. Пойду только с ним. Мне нужна помощь. С запада. Не откажешь? Куда ты гостя с собой тянешь? Хорошо, я пойду сама. Никуда он не пойдет. Пойду? Не пойдешь. Ты не волнуйся. Феодор, я думаю, нам нужно поговорить. Ну вот видишь, и французский Жак так же думает. Ну вот он, русский сарай. Ну как, нравится? А слушай, мне интересно, ты поди огурчики-то любишь? Люблю. И помидорчики. А тоже люблю. И выпить, не дурак. Почему не дурак? Ну, я имею в виду, выпить-то любишь. А, очень люблю, но так иногда. Во-во. А это русский самовар. Самовар, да. А это вот русский погреб. Угу. Ну, лезь. М? Да, изучай жизнь.
Ой, ты аккуратнее, не подскользнись. Береги себя. Угу. Там, гляди, справа банки. Да. Ага. С огурцами. Давай. Ага. А слева, слева, смотри, внизу там, пониже, помидорчики. Аккуратнее, не побей! А, помидорчики. А что еще? Еще! А все! Теперь сиди там, пока не подохнешь. А своим я скажу, что ты уехал. Мы с тобой поговорили, и ты уехал во Францию свою. Навсегда. А за трупом я вернусь. Федор! А ну сиди там, лягушатник! Ты что думал? Я тебе свою бабу вот так отдам, да? Поналетели тут как саранча за живым товаром. А ну пошел вниз! Люто! Ты дурак? Кто дурак? Это мы посмотрим, кто дурак. Дурак. Морда французская. Федор тут-то. О, и мне! Здорово, здорово, здорово. Посидел. Вернулся, дорогой. От звонка до звонка я свой срок отсидел. Ну, да. Отмотал и по таежным делякам. Ну ладно, пузырь достань. А? Ты как два пальца. А? Давай. 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 Вот это дело. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. Телеграфные столбы. Едет поезд запоздалый. В одном вагоне рассыпали горох. Пришли куры, поклевали. Пришли гуси, пощипали. Пришел слон, потоптал. Вот так он топтал. Пришел дворник, подметал. Вот и все. Ефрем, мы его проконтролируем. Ничего, как армейец. Так его ж там нет. Вы. Ни хрена себе. Так он граф Монте-Кристо. Твореза. Ага. Землеройка. Ну, давай. К столу. Ах, сюрприз будет! Ну, ты даешь. Фу, да. Помня, нет, тому глаз вон! Будь! Ты что, ты вот сюрприз-то вот поднимаешься, ты же хороший край, а? Это вы! Брат!
Барыня, барыня, сударыня, барыня. Барыня. Нет, я все-таки пойду схожу. Да чего уж там, мужики сами разберутся. Да больно долго они разбираются. Сходи. Да ведь и дело-то непростое. Я говорю, сходи, я боюсь за Федю. Слушайте, ну, мужики, ну, значит, мы рванулись с корешами с работы. И, значит, потом, ну, думаем, что? А? Что такое, Федор? Что такое кореши? Он учит русский, да? Кто тебя учит? У меня были хорошие учителя в университете. Кореши это во, во. Друзья, значит, понял? Ну вот. Так мы, значит, заскочили в кабак и раздавили два пузыря. А нас было-то всего два. Федор, зачем пузыри? Дави! Я дурею. Ну, как для чего? Ну, для кайфу. Для кайфа. Понял? Будем здоровы. Ефрем! Я хочу жить в России! Вот это правильно! Я хочу построю дом! Вам. Ну что ж ты, Федя, неужто не знаешь, что беглецов в первую очередь ищут по адресам родственных связей? А? Не жилось тебе спокойно на химии. Теперь один путь в зону, да и срок набавят. Так ты убежал. Зачем ты сказал, что тебя отпустили? Подружке своей спасибо скажи. Томка? Кто же красивый? Ну ладно, слава богу, повидались, познакомились. Теперь можно и к хозяину на квартиру. А? Что ты наделал, Федя? Мама, зачем? Надо... Мам, ну зачем? Мама. Я не понимаю. Ну, я думал, он, Таня уедет и попрощается. Ой. Что, пора? Пора, Федя. Ты подожди, я дочку поцелую. Ты не боли. Мамку слушай. Федя. Ты меня прости, а? Ну ладно, но не получилось у нас с тобой. Федя! Таня, выходи ты за него замуж, не пожалеешь. А главное, дочку увези ты из этой страны.